Стандартным пакет телевизійных каналов, які сегодня пропонуют кабельные операторы, задовольняет не усіх, тому на домах можно убачить индивидуальные антенны-спутники. Амаль полгода дейничает постановление Совета Министров, згодно с яким, каб установить подобную систему, потребный дозвол. Вы обращаетесь, берете с собой технический паспорт на вашу квартиру, берете регистрационное свидетельство или договор найма, в зависимости от собственности данной квартиры, а также фотографируете свой фасад, где вы хотите установить данную антенну. Увесь пакет документов и, у приватности, место размещения конструкции узгодняется архитекторами. Далее треба распрацевать проектную документацию и домовиться с подрядной организацией на монтаж конструкции. Завершение работ подтверждается актом приемки комиссии. Уся процедура займе максимум месяц. На магистральных улицах и домах, которые имеют историко-культурную каштовность, никаких додатковых антенн быть не повинно увогуле. Тим, кто установил антенну альбо кондиционер без погоджения уладу, треба будет отримать погоджение на рівні з остатніми. У адворотном випадку система демонтируется за кошт уладальника. С момента уступления в силу документа у ЖРУ Ленинского района Могилева на установку звернулися амаль 30 человек. Демонтажу покуль не было. Что дотычется кондиционеров и антенн, которые установлены ранее, специалисты кажут однозначно. Установка антенны была всегда с разрешения, но не была прописана сама процедура. Теперь, согласно выходу нового постановления, уже прописаны конкретные действия, как нужно действовать, какой документ является утвержденным. Поэтому на сегодняшний момент необходимо в любом случае ее узаконивать. Кристина Каранкевич, Денис Бутылин, Николай Соболев. Новини регион.